такая у нас весна. Всем здравствуйте. Вот у нас все-таки пришла весна. И вот. Вот так у нас. Вот такая у нас погодка. Вот мы. По колено снегу намело. Вот, было здесь все грязюка. Стало вот так вот. Вот это весна. Так, пойдем на речку посмотрим. О! Ой, туда лучше не ходить. Вот такая красота. Птички летают. Бедняжкам, похоже, их холодновато. Кот влетели. Он по снегу лазает. Холодно, наверное, ими. Что-то копает семена какие-то, травы или нет. О, скол, да, надо. Вот вышел, думаю, поснимать нашу весну на 5 минут. Вот красоты какие. Даже на улицу не хочется выходить. Вот сейчас покажу. Число сегодня какое. Видно будет, нет? Вот сегодняшнее число. 20 апреля. Вот это весна. Беда, не весна. Снегу выпало, наверное, сантиметров 20. Еще до завтра вроде не кончается. Ой, вот так вот. На 5 минут выйти поснимать. Вот прошел, только все замета, следы сравнивания. Трактор у меня тут выдуло кругом. И загнал вот сугроб его, чтобы не мешался, думал. Оказалось. Куда даже. Выйти ветер какой. Птичкам беда. Вот куда полетела. Куда птички? Что там птички шарятся? Бедами пришла. Не подумали, что такая весна у нас. Что-то там роется, что-то оклевывает. Клещей на севера. Холодно. Вторая на помощь прилетела. Поклевать это. Вот, друзья, у нас какая весна пришла. Сегодня у нас четверг. Через 2 дня открывается охота.
Вот какая тут охота гусей. Гусей будем, наверное, как тетеревов из лунок доставать, стрелять. Потому что вон тетерева, наверное, сегодня будут ночевать в лунках, наверное. Вот. Какая там охота через завтра еще. До обеда передают все такой снег. То, что будет. Беда. Ладно. Спасибо, кто смотрел. Кто не писался, подписываемся. Пишем комментарии. Всем пока. Я пошел домой, холодно на улице. 20 апреля. 2017 год. Весна.